Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левла. Сегодня я вам покажу, что делать, если не слышно звуков игры при записи видео через Bandicam. Для этого выбираем здесь основные, кликаем расширенные, настройки записи для видео. И здесь смотрим. Здесь у вас галочки не будет, ставим запись звука, галочку. Затем переходим в основное устройство. Здесь выбираем ваши динамики, через что вам слышно будет игру на записи. Выбираем динамики, здесь ваш основной микрофон, через который вы там разговариваете, допустим, в скайпе, в дискорде. Вы после этого выбрали, кликаем ОК и ОК. На этом все, всем удачи, всем пока.